Добрый вечер, высокочтимые гости, друзья, знатоки, доброжелательные, я бы сказал, знатоки истории Московской филармонии, а я думаю, что таких здесь большинство, могут подтвердить, в концертном зале имени Чайковского не бывает проходных, ну, таких будничных концертов. Их и не было за все 75 лет. Каждое выступление имеет свою ценность, свою значимость. Все они как горная гряда, намного выше уровня моря. Но даже здесь есть свои Эльбрусы, свои Монбланы и Эвересты. И наш сегодняшний концерт, безусловно, это событие пиковое. А 75 лет назад, уже в первом сезоне, на этой сцене выступали такие музыканты, выдающиеся личности, как Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Лев Оборин, Мария Юдина, Иван Козловский, Сергей Лемешев. И в чем же главная идея и смысл существования и этого зала, и нашего концерта, как маленькой капельки, отражающей характеристики целого моря? Конечно, это сохранение и передача высоких традиций исполнительского мастерства. И это с одной стороны. А с другой стороны, это конкурс Чайковского как самое яркое воплощение этой преемственности. Вы, конечно, помните, что начиная с 1958 года, с самого первого, тяжелейшего этого конкурса, конкурса имени Чайковского, и Московскую филармонию, и эту прославленную сцену связывает теснейшая и дружба, и взаимная работа. Именно поэтому в год юбилея великого композитора, в год, когда проводился юбилейный 15-й международный конкурс, носящий его имя, и сегодня, в день рождения концертного зала, здесь, на одной сцене, встретятся победители. Именно победители, вне зависимости от того, кто какое место занял на конкурсе в разные годы, конкурс имени Чайковского, такое созвездие музыкантов. В это трудно поверить, но в новейшей истории не было концерта, в котором вот так, в такой дружеской атмосфере, из рук в руки, что называется, передавалась бы эта эстафета мастерства, эстафета искренней, глубокой, тонкой любви классической музыки. Итак, я приглашаю на эту сцену прославленного музыканта Владимир Спиваков. Спасибо. Владимир Теодорович сегодня как мощное цементирующее начало всей программы. Он на этой сцене предстанет и как солист-скрипач, и как дирижер. На сцене, созданной им и руководимой многие годы, легендарный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Иоганн Себастьян Бах. Концерт для двух фортепиано «До мажор». Исполняют Барри Дуглас и Дмитрий Маслеев.
залами Чайковского, Барри Дуглас, Дмитрий Маслеев. Конкурс Чайковского. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта ми бемоль мажор с оркестром. Переложение для скрипки и виолончели с оркестром. Исполняют Павел Милюков, скрипка, и Андрей Ионица, виолончель, Румыния. Встречайте. Thank you.
Thank you.
Андрея Ионица. За дирижерским пультом Владимир Теодорович Спиваков. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Браво! Спасибо, спасибо большое. Вы отдохнули, мы продолжаем. Судя по вашим светлым лицам, все замечательно. Как утро поверившего в себя человека, именно так и есть. У нас за кулисами полная эйфория. Денис пришел с известием 2.0. Вы понимаете, да? На каком градусе вдохновение сегодня будет звучать терзаемый рояль. Но вот за этими легкими словами, честно говоря, я пытаюсь скрыть приступ замечательного волнения, которым я заразился у дебютного дуэта. Эти музыканты действительно вот сегодня, можно сказать, встретились для того, чтобы представить на ваш вкус концерт для двух скрипок. В руках у этих музыкантов два изумительных инструмента. Это очень важный момент. Это Страдивари. И у Владимира Теодоровича Спивакова Страдивари 1713 года. Спасибо. А у участницы конкурса Чайковского, за которую, я подозреваю, очень многие болели в этом зале, Клары Джумикан, тоже Страдивари, с замечательным прозвищем «Экс-Штраус» 1708 года. Здесь она его обогнала. Иоганн Себастьян Бах, концерт для двух скрипок с оркестром, ре минор. Клара Джумикан, Владимир Спиваков.
Ах, какая программа сегодня. Вы знаете, вы меня потрясаете, скажу вам честно. Я часто, как слушатель, бываю в разных залах. Согласитесь, это редкий случай, и тут я снимаю шляпу перед вашей аудиторией. По-моему, ни одного звонка мобильного телефона и ни одного нескромного хлопка в перерыве между частями. Спасибо. Но согласитесь, и программа под стать. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 7 для трех фортепиано. Фа-мажор. Солисты. Варвара Кутузова. Александр Дмитриевич Малафеев. Денис Мацуев.
Thank you.
Варвара Кутузова, Александр Малафеев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков. Камерный оркестр Виртуоза Москвы. Ludoslavski, вариации на тему Паганини. У вас в программке этого нет. Thank you.
Сегодня день рождения концертного зала имени Чайковского. Я говорю отдельное спасибо замечательному дирижеру, музыканту с самой большой буквы Владимиру Спивакову, который собрал сегодня такое потрясающее созвездие музыкантов. Денис Мацуев, Варвара Кутузова, Александр Малафеев, Владимир Спиваков, Лара Джумикан, Андрей Ионец, Дмитрий Маслеев, Барри Дуглас. Дмитрий Милюков, Павел Милюков. Больше никого не потеряли? Камерный оркестр «Виртуозы Москвы». И отдельное спасибо художественному руководству и дирекции Московской филармонии Алексею Алексеевичу Шалашову за гениально придуманную программу этого концерта, его концепцию и идею. Виртуозы Москвы, Владимир Спиваков.